Наступило утро, 5 часов утра, и мы пошли выгулить собаку, и, ну, скоро поедем, через час. А сейчас мы идем выгулить собачку, потому что еще 3 часа ехать до Магнитогорска. Находимся на привокзальной площади города Карталы. Потому что сейчас очень холодно. Но вчера, когда приехали ночью, было сначала жарко, потом часам по 12 стал сильный мороз. А вон Ленин стоит. Может, к Ленину подойдем? Какая она у нас спортивная? Спрыгивает сама. Не, пусть спрыгивает. Ну еще раз. Еще раз на печенье. Пусть еще раз. На пенек, ладно, давай. Дай печеньку, дай печеньку. Ну дай, дай этот кусочек еще. Маленький, дай кусочек. Она же пенек прыгнула. Надо сразу давать ее. Конечно, хорошо команду знаю. Давай еще раз на пенечке.
левой стороны возьми меня. Правильно, возьми меня. Подожди. Ровно рядышком с ней. Видно было рост какой. Лана. Лана. Лана.